Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена, исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов. Программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. Враг у ворот. Именно такими словами можно охарактеризовать итоги прошедшего на прошлой неделе в Варшаве саммита блока НАТО. Западные политики очень любят символы. Достаточно вспомнить знаменитые броши бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Именно поэтому местом проведения этой встречи стала Варшава. Город, где 61 год назад в ответ на создание Североатлантического блока было подписано соглашение о создании Организации стран Варшавского договора. Организации, ставшие надежным гарантом мира и стабильности в Европе на долгие 50 лет. И теперь нам в очередной раз пытаются напомнить, кто, по мнению Запада, стал реальным победителем в холодной войне. Саммит НАТО стал самым обсуждаемым международным событием, вызвавшим громадный отклик в российских и иностранных средствах массовой информации. Реакция Запада на это событие вполне предсказуема. Если смотреть на мир глазами западных политиков, то будет складываться впечатление, что у самых границ нашей страны проходит саммит не ведущей военной организации мира, а какого-то пацифистского кружка. Вот, например, как обозначил главную цель НАТО посол США в России Джон Тефт. Со времени своего основания в 1949 году НАТО было воплощением не имеющих аналогов связи между Европой и Северной Америкой. Общее обязательство защищать граждан наших стран и распространять стабильность за пределы наших границ не менее актуально в наше время, чем 68 лет назад. Поразительные по своему цинизму слова. Распространять стабильность за пределы наших границ. Оказывается, главной целью деятельности крупнейшей военной организации мира является забота о нашей с вами стабильности и процветании. Иногда, слушая западных политиков, ловишь себя на мысли, что многие из них до сих пор живут во времени колониализма, где удел всех народов почтительно внимать словам и мыслям белых сахибов. Хочется напомнить, что только за последние 20 лет в результате действий НАТО с политической карты мира были стерты целые государства. Именно США и их союзники по НАТО дискредитировали международное право и всю ту систему отношений, которая позволила миру последние 70 лет существовать без глобальных войн. Получив возможность в начале 90-х годов прошлого века воплотить в жизнь идеи безопасного мира, НАТО пошел по пути наращивания потенциала военного блока, абсолютизации грубой военной силы, ultima ratio regum, как главного аргумента в решении международных проблем. Сегодня мне придется цитировать политиков, которых хотелось бы навсегда забыть и вычеркнуть из нашей истории. Один из них – Михаил Горбачев, чья роль – беспрецедентной сдачи Советским Союзом всех своих позиций и союзников в Восточной Европе и создание условий для приближения военной машины НАТО к нашим границам еще ждет беспристрастного суда истории. Комментируя итоги саммита НАТО, он сказал: «Европа раскалывается, мир раскалывается. Нужно привести в действие все мощности – политические, дипломатические, экономические, культурные – для того, чтобы мир успокоить и выработать повестку дня, уже реагируя на то, что делается. Это недопустимо. Имейте в виду, если это будет война, то это будет последняя война». Запоздалое прозрение. Какие же выводы нужно делать всем нам, анализируя прошедшие события? Как стране и обществу необходимо реагировать на новые угрозы нашей безопасности и нашему суверенитету? Во всех войнах и военных конфликтах за последние 20 лет, где принимали участие военнослужащие стран НАТО, прямому военному вторжению всегда предшествовала многолетняя и системная работа по разрушению государственных и общественных институтов, провоцированию социальных и политических конфликтов, созданию лояльной Западу пятой колонны. Только убедившись, что основные военные и государственные
государственные, а главное, социальные институты разрушены, а само общество уже готово встретить новых спасителей, Запад принимает решение о начале военной интервенции. Горькие уроки Ирака, Югославии, Ливии, Сирии и Украины наглядно показали всем нам, что происходит со страной, поддавшейся на уловки западных политиков и решившей поступиться своим суверенитетом и своими ценностями в обмен на оказание помощи в построении демократического общества. Главной целью военно-политической машины Запада, как и столетия назад, является уничтожение экономических и, главное, геополитических конкурентов, расширение сферы своего политического и экономического влияния. Западу не нужны сильные и процветающие страны. Западу нужны страны лояльные, где местные элиты готовы к роли надсмотрщиков, а основная масса населения обречена на роль слуг. Особенно наглядно это видно на примере современной Украины или стран Балтии, где вместо разработки новых планов Маршалла и оказания реальной экономической помощи идет превращение этих территорий в плацдармы политической и военной экспансии против России. Я часто задаю себе вопрос, почему в начале 90-х годов, когда большая часть нашей страны и нашей элиты существовала в полном смысле слова в режиме ручного управления со стороны Запада, мы смогли уцелеть и сохраниться как единое и целое государство. Смогли начать трудный и долгий путь обретения полноценной самостоятельности и суверенитета. Ответ на этот вопрос я получил на Соловках, став православным христианином и прочувствовав ту великую и могучую силу, имя которой православная вера. В 1898 году русский писатель и богослов, профессор Алексей Александрович Старевский в своей работе «Значение православия в жизни и исторической судьбе России» так отвечал на этот вопрос. Когда встает роковой вопрос, быть или не быть России, двигателем народной мысли и силы всегда было православие. Именно вера и святость являлась единственную в таких обстоятельствах утешительницей народа и спасительницей Отечества. Доколе русским людям действительно дорога будет вера православная, до тех пор не страшна будет России никакая воинственная политическая туча и не сразит ее никакая дипломатическая молния. Именно благодаря православной вере мы спасли нашу страну в те тяжелые годы. Именно через православную веру в России возникла новая политическая элита во главе с нашим президентом и нашим верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. И поэтому, пока крепка наша вера и наше единство, нам не страшны никакие вызовы. Храни вас Бог и всего вам самого лучшего!